Всех с победой, поздравляю. Последняя победа. Игра была. Теперь уходим на зимние каникулы. Игра была трудной, напряженной, эмоциональной. Ребята из Боснии, горячие. Но мы не промах, так что была силовая игра очень сильная. Трудно, первый тайм отыграли 1-1, но во втором собрались, более плотно стали играть с игроками, принесло результат, победа, все классно сыграли, топ, удачи дальше. Как обычно, тяжелая игра, вот. Но ребята собрались во втором тайме, отыграли хорошо, Новый год встретим на первом месте, такую же игру надо показать в последней игре этого сезона на кубок. Поздравляю всех с победой, на первом месте, идем на зимние праздники, ну и будем продолжать. Всем спасибо тренеру, составу, настоящая команда, болельщики, супер. Ура! Сегодня была отличная игра, сегодня атмосфера на поле была, конечно, не ахти, потому что эти люди, они как бы не самых приятных, они нарывались, хотели драки, как будто. Ну ничего, мы победили, и всем спасибо, спасибо болельщикам, все. Игра мне очень понравилась, ребята достойно играли, не наши соперники, но опять-таки эмоционально мы их победили. Коротко и ясно, спасибо, ребята, вам всем за хорошую игру и только побеждать. Победа! Спасибо! Поздравляю всех с первым местом нашей лиги. Мы заслужили этого искренне. Соперники были действительно очень-очень сложные и были какие-то недоразумения. Но в конце концов мы их серьезно порвали. И поздравляю всех с предыдущим Новым годом, с Рождеством. И чтобы все знали, что Новый год, и мы с первого места начинаем, и чтобы так же самое останавливались. Чтобы оставались на первом месте. Доволен результатом. По игре я сразу хочу сказать, что была в начале было сказано, что будут жестко играть и ретировать людей, как бы создавать вот такие эмоции, что нервничали люди. И в первом тайме немножко наши ребята немножко не сдержали эмоции, но в итоге во втором они собрались и решили и победили в этом матче. Еще хочется сказать, что в принципе победили как за волю победы. По игре мы проигрывали. И потом Роберт сравнял счет, и во втором тайме уже пошло уже по-другому. Хорошо, что быстрые голы, так забили три гола, и как-то пошла уже, они сдались, как бы уже, хотя у них во втором тайме вышли один или два игрока с первой команды. Ну, ребята молодцы. Делали свое дело, одним словом. Теперь мы на первом месте, и это приятно, что мы сейчас заканчиваем первый круг так. Посмотрим, может в перерыве что-то, может еще появятся игроки, может нет, но пока что у нас устраивает с этими игроками. Также большое спасибо за половину сезона амстердамским ребятам, которые помогали до сих пор, потому что тоже, если бы не было их, тоже были тяжелее. Новый год еще не буду поздравлять никого, потому что еще рано, еще будет специальное поздравление. Так что спасибо вам за сегодняшнюю игру. Команда сильная, соперник был сильным. Первый тайм, короче, пропустили быстрый ранний гол, но потом собрались, все было нормально. Ребята отыграли до конца. Молодцы, победа. Ура. Идем на каникулы с победой. Первыми.